Все, приехали от мамы. Взяла ключи? Да. Сейчас переоденемся и едем. Как тебе гребит? И едем. Видео сразу видно, кто монтирует видео. Что я знаю, да, ворота гремят. Грохот создается. У нас новый формат видео. Рушан теперь начинает снимать. Да. Короче, мы сейчас едем, уже у нас. Нет, я постараюсь. Да, конечно. Постараюсь почаще. Просто я сегодня выпил, поэтому. Да, Рушан, давай начинай, блядь. Мама же смотрит твоя. Шучу. Мама знает, что я не пью. Это. Поедем, короче, в Павловскую за бройлерами. Заезжали в Пятерочку. Здесь взяли маме сок маленький. Ну, он просто на кассе был там, поэтому в глаза бросился, взяли. Кефир. Сейчас я пойду к маме. Рушка пошел за семечками. Молоко. Так, кефир, молоко маме взяли. Пряники. Чайная классика. Шоколадные. И хлеб. Вот он. Маме, по-моему, вот этот вот хлеб взяли. И у нас точно такой, так... у нас все то же самое, да? Где? В пакете. Что мы для себя купили, что для мамы взяли. Рушка купил мне семечки. Эти семечки не очень стали. Вот эти. Упаковочка поменялась. Мне кажется, сами семечки тоже поменялись. Возможно. В качестве. Так, пристегиваемся. И едем к маме. Я постоянно когда все закину. И домой. Все. Дала пакет второй взять, да? Потому что много всего, мелочи еще будет в руках тащить. Ну ладно, сейчас столько пакетов этих от Пятерок уже, коллекция. Не хочется иной раз даже брать. Мы уже если такое по мелочи берем, может даже пакет не берем. Что, их столько, этих пакетов. Это собирается потом. Да. Дети не знают куда. Мы ездили по делам в Каневскую станицу, приехали обратно к маме. И вот нам теперь интересно, убрала ли мама эту плитку? Проверим. Ну, смотрим. Чисто, да? Угу. И как здесь можно не ругаться? Да, я думаю, все видели, какие там плиты были. Вот такая толщина у них. Даже я не могла ни одной плитки поднять. Что, пойдем ругаться? Нет, пойдем успокоиться. А что еще смотреть? Просто если что-то делаем, надо доделывать до конца, чтобы она не тягала. А то у мамы руки болят. Блин, здесь грязь, так мне хочется пройти. И спрятался. Там нормально. Да? И спрятался. Сюда, да, сложилось все? Да, вот аккуратненько. Ой, блин. Конечно, мусор. У нас свалка закрылась. Куда мусор девать, вообще не знаю. Может, фуру спрятала мама. Загнала или сами зашли. И спряталась. Смотри, даже свет не горит в окне. Уже болит там все. Теперь лежит 100%, да. Так попробуй, прикинь, она по одной туда таскала. Ну да, попробуй, чтобы сходила. А ее 100%, и когда я ты ее тащишь... Че ты? Здесь-то когда, блин, тащишь ее, все равно, блин, ну, понимаешь. Ну да. Ну здесь видите, как домик. Вот кухня стоит, видите, на фундаменте. А здесь, смотрите, что творится. Просто на земле. Вон вся, если посмотреть, все, он в трещинах. Ладно, теперь надо в следующий раз быть просто умнее, все за собой доделывать сразу. Кто-то вышел, спрятался сразу же. Попались? Ходите, пугаете. Да что вы говорите, мама, где плитка? У меня деньги закончились, знаете, на телефоне. Бабушка мне позвонила, мне пришлось бабушке говорить, звоните и говорить. Бабушка, пожалуйста, позвоните маме и перезвоните, пускай она мне срочно перезвонит. Чего ты смеешься? Нет, ничего, спасибо. 20 раз маме позвонили, сказали, чтобы мама плитку не таскала. Ну, мама... На тележке. Ну, а что, как мы можем было неправильно сделать? Правильно? Неправильно. Надо было чего? Нам это, сразу все распоставить. Не надо было. А вот с той кучей что делать? Вот с ней.
Ой, ладно. А я вам не скажу. Да, не говорите больше ничего. Угу. Вот этот бетонки тоже, да, толкают? Ты это тягала. Вот эти два эти забирите. Куры сами зашли, представляешь? И та курочка зашла, да? Да, я, она последняя зашла. Я вот начинаю смотреть рассаду, а она у меня в моей грядке под окном. О, везде буду, да. Вот такая я трусиха. О, сразу видно, кто-то вломился. Пилот сразу начал лаять. Он сумасшедший. Вот он, кто приехал. Заезжайте. Заезжайте. Вон такая река красивая. Я сейчас попробую увеличить. Ты закрой ворота. Я думала, ты уже хотел перелезть. Нет, я не хочу портить забор. Да, ты что-то привез или что-то? Нет, я это инструменты. А, ты инструменты брал с собой? Ну да, мол. Рушан ездил, Ваня помогал. Что делали сегодня? Пол накрывали. Пол? Угу. И что, много сделали? 1/4. А что так? Это не быстро. За 3 часа. 1/4. Там каждую доску нужно разобрать, гвозди выдернуть, потом отпилить. Ну прикольно. Сейчас я хотела показать. Река какая красивая. Красивая, прям такой цвет красивый. Сегодня прям такая яркая. Нэнси! Китюнь, пойдем домой. Зайка, пошли домой. Пойдем? Пойдем? Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли. Что, куры там? Пойдем, Нэнси. Не, она знает, что там в сарае ее поесть. Пойдем, Нэнси. Я ужин готовлю. Здесь у меня говядина обжарила с луком. Солила, поперчила. Теперь картошку соломка нарезаю. Потом капусту добавлю. А, потом добавлю томатную пасту. Готовлю ужин. Буду тушить капусту с картошкой. На говядине. Обжарила говядину. Теперь вот картошку добавила лук, теперь картошку добавляю. Смотрите, какая картошечка красивая стала. Теперь я добавляю капусту. Вот такая тушеная капуста с картошкой получилась. Так что всем приятного аппетита. Приятного аппетита, кто ест. Ест. У нас здесь чеснок повсходил. А не помнишь, где мы морковь сеяли? Вон там. Туда ближе, да? Да, вот как раз деревья заканчиваются, видишь, там ровненько. Деревья вот здесь? Вот, вот, кустарник. Видишь, заканчивается малина. И за малиной сразу... А, за малиной вот здесь? Блин, я уже даже и не помню, где мы сеяли морковь в зиму. Ну, что-то ее здесь не видно, да? Не знаю, не видать.
Посмотрите, как красиво у нас открыта река. На камеру, конечно, это передается совсем все по-другому. Но у нас прям так пошире все. Так, а здесь у нас чеснок, лук. Вот так вот все хорошо вроде бы. Ничего не замерзло, да, вроде? Вот чеснок. Или это лук? Там вот, вот это лук. Вот это лук, значит, а там чеснок. А, вот это чеснок. Вот он, чеснок. Да, вот он, чеснок, ага. Ты хочешь перебить это все? Да, надо подготовить, чтобы потом, когда погодка подойдет уже, будем знать, что все как бы не будет прохладненько. Одним днем засеять и все. Засеять, имеешь в виду люцерну? Люцерну. Картошку? Ну, картошку. Или что засеять? Нет, здесь перебью, чтобы она готовилась, земля. А там, да, чтобы дальше люцерна. Просто, чтобы больше мотоблок не заказать. Ты планируешь сегодня до самого огорода это все перебить? До самой речки. Ого. О, до самой речки? Ага. Ого. Все, хочу перебить уже и загнать мотоблок, чтобы его больше не возвращать. А скажи, а картошку сажать? Мы что, не мотоблоком будем? Ну, то картошку посадить и все. Скажи, это, а бензина хватите? О, у меня там целая фляга. А. К этому делу все подготовлено у меня. Сейчас посмотрим. Кстати, вот он всю зиму не заводился. Ну давай, машина, работай. И у нас ветрено немного, особенно здесь на поле, на открытом поле. Там вон, видите, все, вон камыши поджигают. О! Давай! Ой! Слишком рано обрадовались. Вот-вот. А я хотела сказать, блин, ты чего? Сперва завел, а потом проверяешь. На это, к речке, что ли, сходить? Поднялась, да, немного? Сейчас мне сегодня опустилась. А, опустилась уже. Ну, давай. О! О! Блин, а что он глохнет? Сейчас он поработать должен немножко. А, ладно. Мы здесь Коли ходили. Ага. Мы здесь Коли ходили на речку. Так, сейчас сядет и будет наблюдать. Ага. Вот наблюдать, как Рушан пашет.
Ох, чего только здесь нет, я с граблями. Так, сейчас я перчатки опять одену, а то Кристинка мне звонила, я сняла, пошла. Сейчас я вам покажу, что здесь у нас творится. Это вообще ужас какой-то здесь. Вот, начиная вот с этого, кончая, наверное, тапок. Тапки, перчатки какие-то, чьи-то, во-во-во. Тьфу, блин, тряпки. Ой, здесь раньше как-то трусычки попадались. Не знаю, чьи. Вот они, носки. Ой, жесть! Они еще дрявые! Да, носки, блин, ну вообще трэш. Что за люди? Свиньи, ну так, блин, ну ненормально. Вон они, смотрите. О, целая коллекция. Тапки в горошек. Все, короче, потихоньку выбрасывается. Да. У нас вон такой костерчик такой мини. Красивый такой. Вон он. Не видно, наверное, на камеру. Ой, это голуби, это твои летают? Да. Вот они. Да. Красавцы-то какие. Молодцы. Лета... Ой. Да? Фокус. Да, на рыбалку пошел. Сейчас поплывет. Довольный. Ему лодку отдали, а его лодка вообще на дне ушла. А там, кстати, у него тоже не подойти. Я знаю, я же это... Он шифер. Это корни наши. Корни наши. Тут корни наши. И то мы их не сажали. Да, здесь ужас. Здесь Таня стояла, соседка говорит, ужас, чего только нету. Чего только нет, такое ощущение, что здесь мусорка раньше была, да? Можно сказать, не была. Ну да, кто с нами давно тут видел, сколько мы здесь, 12, да, пакетов? Кого? Не помнишь? 16 или 18 пакетов мусорных. Вывезли мусорных огромных пакетов, мы здесь вилами, ведрами, ой, этими лопатами все загребали. Выгребали, фу, кошмар, короче, свиньи. Ой, летают. Летают, летают. Самое, что знаешь, это... В тот момент, когда мы сюда заехали, в станице возили мусор. Ага. И относительно, по сравнению с тем, что здесь возят сейчас, сколько стоит, было очень дешево. Рублей 60, что ли, в месяц нужно было заплатить. Ну, там у тебя тряпки. Ежедневно вывозили мусор. И вывозили мусор, какой бы ты ни выставил, у тебя весь мусор забирали. Это сейчас, допустим, ты можешь выставить строительный мусор, его никто не заберет. Потому что строительный мусор вывози сам. Только там пищевое, пластик и тому подобное. Вот. А тогда можно было любой мусор выставлять, и у тебя его забрали, и всего за 60 рублей в месяц. Это до того, настолько это, да, что угу. Жалко 60 рублей. Я лучше на речку все вывезу, бля. Угу. Сейчас все прям запуталось, да? Все в корнях, да? Ну, переплетается же. Смотрите, как река у нас поднялась. Вон аж докуда. А видите, у нас уже не подойти. Пошли взять Колю, посмотрим. Видите, Коля уплыл. Вон он там. Не видно, наверное. Я покажу пальцем. Вон там плавает. Покажу, где его тут это. Лодка. Давай покажем дядь Колину лодку. Сейчас. Здесь такая слякоть. Грязь. А вот она, дядь Колина лодка. Вот. Утонула. Все. Ее чинить надо. Она у него протекает. Затонула. Очень быстро он, получается, выплывает. И угу. Чуть проплыла, она... Постоянно вот это выгребает, выгребает, говорит. Это не рыбалка, говорит, а только выгребаю постоянно. Так что пусть плавает на нашей, на папиной. Так, Макс, Патрик, вы почему лаете? Вот сколько времени мы на огороде были, они постоянно лают и лают и лают. Что такое? Хочу кур выпустить. Видите, у них здесь тень. Вон там такой кусочек солнца. Они прям бедные. Толпятся, дайте нам погулять. Давайте, бегите. Ой-ой-ой.
Давайте, давайте, разбегайтесь. О, Петька побежал. Давай. Ты что там? Беги. Все, на солнышко. Молодцы. Все, убежали. Так. А нет, это не то. Здесь это вот эти вот рыжие несутся. Вот они. Смотрите, какое. По сравнению с этим. Ну и то, эти яйца что-то такие не крупные. Бывают прям такие крупные-крупные. Новенькая какая-то, не стеснила курочка. Вот это. И вот это тоже какая-то. Либо кукушка, либо вот эти пушистые, как они там. Кокенхины. И либо кукушка, короче. Несется. И это тоже вот от них. А это все вот эти вот рыжие кубанские. Вот эти яйца. Это что такое? Это мед. Подсолнечный. Подсолнечный. Кустами. Хотите, я сейчас вам кое-что покажу? Представляете, сколько их? Кошмар. Это вот одна семья. Здесь семья целая? Ну, да. Погибла. У них вон и вода. Чё, в чем в воде кукуруза? Это чтобы они не тонули, они садятся. А, садятся. Да. Ну там они все равно потонули. Ну, что-то погибает. Сейчас будешь открывать? Не, это вот пустыри. А-а-а. Вот получается, раз погиб, вон тот погиб. Первый самый, который самый большой? Да, но он не был большой. Рушана здесь. Это тоже вот отсюда. И это вторая семья? Да, вторая, и вот третья вот там. Еще и... А где третья? А их вот здесь еще, смотрите, сколько. Да, ну это они выносят. А так третья, вот она. А, вот третья, вот третья. Видишь? А, вот она. Это получается, там вон она. Вон она первая, вторая, и вот третья. Кошмар. Ну, это не столько страшно. Главное, вот осталось четыре. Сейчас за весну они обратно станут полные. Да? Сейчас только начнут летать, ага. Матка начнет сеять, сразу отводки делаешь, и все. И к следующему сезону, получается, к последнему взятку, они уже будут полные. Я как бы уже научился. Маньяк, маньяк, бежит, бежит! Рагонять их! Они уже худые все, блин, замучили их. Ой-ой-ой. Вот достали, а. А чё они реально такие худые стали? Беги, блин, худорба. Вот они посмотрели на фоне этих. Просто на фоне тех, да, кажется, что худые? Она бедная уже не знает, куда спрятаться. Смотри. Реально, Рушан, они их мучают. О, красавчик расходился. Надо что-то делать, голубей твоих куда-нибудь. Постоянно видишь, как эти петухи носятся туда-сюда. А мы же не посадим там три петуха, блин, и две курицы. Они, блин, убьют этих кур. Просто продать. Петухов уже их станет меньше. Меньше петухов будут, больше этот, кур будут больше, и хватит им там. Нет, просто знаешь, у нас три породы получается, и надо нам три места. А оставшиеся петухи пускай вместе сидят, пока не продадим. Четыре? Три. Четыре, там получается кокенхинов две, белые и черные. А, ну да. Их тоже надо это. Ну, разлетались. О, маньяк. Может, ты их шугнул? Попчик. Нету попчика, там они сидят, чтобы все влетели. Это прям командная игра, да? Угу.